На самом деле сохранить интерес к человеку, с которым вы долго находитесь вместе, это надо умудриться. Ну, то есть с ним должно что-то происходить всегда такое, что у вас будет побуждать с ним, им интересоваться с тем, что у него происходит. У вас у самих должно происходить что-то, что будет побуждать его интересоваться вами. Вы же не можете интересоваться по обязательству. Ну вот, мы решили делать отношения, чтобы не быть одинокими, поэтому так, что у тебя сегодня произошло? Ну, это же так не работает, да? То есть отношения могут продолжать быть консистентными в том случае, если я продолжаю быть интересным для партнера. А партнер что-то делает с собой, чтобы быть интересным для меня. И тогда из этого вроде как и может расти наш собственный объем. Понимаете, когда я рассказываю партнеру, там, что я увидел в фильме, и ему это интересно, просто потому что я интересно про это рассказываю. Это да. А если понравилось кино-то? Ну, такое все. Могли повеселее. Я сколько могу быть интересен с таким текстом? В чем его оригинальность по сравнению с тем, что производят все остальные? То есть я становлюсь ценным только в том случае, если я что-то делаю внутри интеллектуальное, человечное, какое-то объемное. И партнер это делает. И делает это, чтобы сохранить мой интерес к себе. И есть возможность для нашего собственного увеличения объема. У нас мотив появляется быть сложнее. А без мотива сложнее быть сложно.